Сегодня утро, 10 апреля. Это еще снег мы разбрасываем, тает. Вот утром наши братья уходят на работу. Уже утро. У нас утро необычное. Вот Володя треножники выносит. Там дальше голуби, видно, ходят. Это перегораживает, чтобы соседние организации, вон там ее видать. Они сюда машины придумали ставить. Ну, клиенты, не они. Вот Никита жертв носил, волоком тащит, безразлично. Я сделал замечание, сейчас несет правильно. Его как ребенка надо учить. Сейчас от Володя я покажу сейчас как. Они пошли. Ну, ушли, тут уже некогда, торопились. Мы задержались сегодня, потому что вчера были усталые. Второе, не могли ролик даже насчитать. Новый Завет с толкованием мы озвучиваем. И утренняя молитва, и еще события дня. Ну, у нас уходит 2,5 часа утром только. Господи, помилуй, благослови, братья. Это они книги понесли. В рюкзак заложили. Только что сегодня сообщили на Украину. И уже книги пошли. Все. Понесли. Благословен Господь. Братья. С Никитой сегодня большие разговоры были. Насчитываем где. Ну, я ему говорю. Ну, это...